Привет, друзья, это снова мы. Сегодня у нас в гостях, ну да, честно говоря, я немножко ожидал совсем другое. Это, так я понимаю, папа должен изобразить какой-то морской бой здесь, да? Тёма, расскажи, что там в ванне лежит? Вот это лягушка, вот это лодка, лягушка, три лодки. Три лодки, а вот это все остальные потонули, это кто? Это были плохие пираты, которые утонули? Нет! А кто это? Он стоит на мисс головой на воде. Ага. Лизун и еще поепаска. Понятно. А это что, лизун там вон такой розовый плавает, две Да. лапки? А где его голова, а где его тело, сынок? Ага, понятно. То есть я сейчас должен залезть в ванну, и мы с тобой должны будем играть. А ты будешь сидеть на стульчике и будешь командовать, как главный командир, капитан корабля, да? Как адмирал, неправильно, адмирал, самый главный в военно-морском флоте Артем Горшенин. Так, ладно. А кто тут хороший, кто плохой? Скажи мне, чтобы я разобрался. Так. Еще волосы, все волосы, а лодки волосы, все это волосы, а игуски, бибимотосы волосы, а вот эти беловолосы сами будут стоять водки. Ну все. Дорогие друзья, я лезу в ванну. Это уже закрытое видео не для всех. Пока!